Что вы скажете на этот счет? Я думаю, что нам, верующим, давно пора понять, что не все, что мы говорим, оно нам содействует ко благу. Потому что вот мы знаем, что когда люди говорят, какие-то высвобождают, какие-то слова говорят, что ты высвобождаешь проклятие в мою жизнь. Но на самом деле мы не задумываемся тогда, что мы сами такие проклятия в свою жизнь высвобождаем. Когда соглашаемся с диагнозами, называем какие-то диагнозы, говорим там вот эти вот знаменитые слова, там «я в шоке», там еще что-нибудь в этом роде. Ну, то есть нам нужно понять, что у слова есть сила, потому что вот русская пословица говорит, слово не воробей, вылетит не поймаешь, да? Там, не вырубишь топор. Поэтому нужно понимать, что иногда мы сами высвобождаем какие-то слова, когда мы это произносим, мы с этим соглашаемся, потому что если мы не соглашались, мы бы не произносили. Когда мы в согласии приносим какую-то фразу или какие-то слова высказываем, мы таким образом провозглашаем это на свою жизнь. Понятно, что незаслуженное проклятие не сбудется, но тем самым, что мы соглашаемся с тем, что мы говорим, или соглашаемся с тем, что нам кто-то о ком-то что-то, или она же говорит, мы делаем это проклятие, ну, в кавычках проклятие, конечно, мы делаем его заслуженным, и таким образом оно, да, имеет какую-то силу в нашей жизни. Если уж слетело с языка, нужно покаяться в этом, разрушить это, силу этих слов, потому что, еще раз говорю, мы не имеем права соглашаться ни с чем. Самое главное, что мы не имеем права соглашаться, то, о чем говорил пастор Ариэль, когда нам говорят, что мы хуже, когда нам говорят, что у нас будет хуже, чем у кого-то, что мы заболеем или еще что-то. Проблема начинается там, где начинается сравнение. Когда есть у человека, говорит, о, я хуже, чем кто-то, или кто-то хуже, чем я, начинается внутренняя зависть, которая есть как раз гниль для костей. Гниль для костей, кости – это то, что составляет, ну, так, небольшой экскурс в анатомию, то, на чем держится вообще все наше тело. Если у нас будут разрушены кости, то есть то, на чем держится опора, скелет, и это и в прямом и переносном смысле, разрушено то, на что опирается все наше тело просто не устоит. То же самое и наша вера, то же самое и наше отношение к жизни. Если нам все время будут говорить, вот ты хуже, или мы там детям говорим, ты хуже, ты не то делаешь, вот посмотри на своего там одноклассника, посмотри, а вот у него так, а вот у него лучше оценки. Мы вот эту вот гниль в опору личности нашего ребенка можем таким образом внести. Поэтому с этим нужно заканчивать. Это привычки, которые у нас есть. Берет время привычки переформатировать, но это нужно сделать. По поводу провозглашений в адрес алкогольных зависимостей, да, мы молились как раз, когда вылетел прямой эфир. Я хочу вам сказать так, что если мы будем говорить «избавь от алкогольной зависимости», мы все продолжаем провозглашать алкогольную зависимость в жизни этого человека. Нужно поменять лексикон в отношении того, что мы провозглашаем. Если мы хотим сказать, что если, мы же ждем какого-то будущего для наших детей. Мы говорите, у меня впечатление, что ты мне это говоришь, потому что я молился «избавь от алкогольной зависимости». Ну да, мы просили, чтобы, вот ты читал, да? Просили, чтобы избавили. Нужно не продолжать, я говорю родителям или созависимым людям, перестаньте провозглашать то же самое, «избавь от алкогольной зависимости» и так далее. Во-первых, если мы постоянно молимся об избавлении от алкогольной там, или наркотической, любой другой зависимости. Надо благодарить за избавление? Да, во-первых, если мы уже просим, значит, нужно поблагодарить, что мы же верим в то, что это осуществление ожидаемого и верность невидимого. Наш Бог избавит. Теперь, если Он избавит, святое место, что у нас пусто, не бывает. Чего мы хотим для своего ребенка? Вот, ну хорошо, Бог избавил уже от алкогольной зависимости, да, за это его нужно поблагодарить. А что дальше? Провозгласите что-нибудь другое в его жизни. Пусть провозглашайте об устройстве жизни, о его новой работе, о его образовании, о его восстановлении. Благодарите Бога за все, что хорошее он совершит в его жизни. Перестаньте провозглашать алкогольную зависимость. Он избавит, когда мы поймем, что мы хотим дальше, чтобы было. А ты думаешь, он в этот момент не понимает, что мы у него просим? Кто? Бог понимает. Да. Но мы же высвобождаем даже правильное исповедание. Да, но написано, да, правильное исповедание, понятно. Но тут вопрос в чем? Понимаешь? Я сейчас просто думаю, что некоторые люди сидят и думают, значит так, есть теория, есть теорема, каким образом к Богу прийти. Знаешь, как, какой еще молитвой мне помолиться? Какой еще? Что сделать? Нет, что я не про сделать? Молитву сейчас говорю, но я тут, про провозглашение. Тут мы заводим людей в какой-то такой момент, что, знаете, я помню, мы стояли в очередь в храм гроба, и у меня тетя спрашивает и говорит, вот свечки в изголовье за упокой или за этот самый, а в подножье, потому что, говорит, знаете, если перепутаешь, то он не оживет, а умрет. Ну, да. Я говорю, вы думаете, Бог сверху смотрит на вас
и считывает, где стоят свечки, и по этой причине. То есть это мистика, это Бог не живой, это просто какая-то этот. Написано, он знает еще до того, как мы просим. Когда мы просим, он делает намного больше того, о чем думаем, о чем представляем в этом случае. Даже просто... если что-то не так, мы скажем, друзья, не бойтесь. Бог, добрый Бог, решит этот вопрос. Да, но я не к этому хотел подвести. А я дополняю. Я понял. Знакомый наш с тобой тоже знакомый пастор из России рассказывал историю про свою маму, которая организовала домашнюю группу у них дома, когда они со своим братом занимались там наркоманией. Прям вот в кухне они наркомания, значит, а она тут домашнюю группу проводит. И она каждый раз ему говорила, да ты будешь пастором, ты будешь... А он вообще говорит, я никакой, прихожу домой, говорит, просто вот там лыка не нужна. Она говорит, ты будешь пастором. Она провозглашает, сегодня он пастор, уже у него... Ну хорошо, что ты рассказал этот пример. Понимаете, она не верила в то, что он наркоман. То есть она его не видела наркоманом, а она видела его дальше. То есть вот то, о чем говорил сейчас в самом начале пастор Ариэль. Мы должны смотреть на людей все-таки с точки зрения Иисуса. Иисус не видел в людях грешников, он видел в них людей. Он видел в них служителей, он видел в них своих посланников. Да. И поэтому он говорил с ними, как с людьми, которых он посылает в этот мир нести свет, а не с тем, с чем они являются на сегодняшний день. Это он уже как бы оставил за собой. А вот вперед он продвигал именно лично. Отличный пример, спасибо.